Наши костюмы, зажигательные танки, просто бешеная энергетика. Это не Бразилия, это второй Брестский карнавал. Традиционно колонну участников праздничного шествия возглавили девушки в бразильских костюмах. В окружении ярких перьев и страз танцовщицы театра «Фантазия» мгновенно задали ритм и настроение как своим коллегам по красочному цеху, так и зрителям, которые на протяжении всего шествия не выпускали из рук фото и видеокамер, стараясь запечатлеть каждый момент грандиозного представления. Сегодня безумное количество участников, если честно, даже сложно просчитать, но нас только одной «Фантазии» 60 человек, поэтому и у каждой компании такая же картинка. Все весело, все здорово, все супер! Градус эмоций в карнавальной колонне действительно зашкаливал. Прицеливающийся в сердца людей Амур сменялся смелыми трюками роллеров. Народные танцы брестских коллективов плавно перетекали в выступления очаровательных белых медведей. Артисты на ходулях уступали место эффектному кораблю «Санта-Бремор». Словом, шествие, как яркий калейдоскоп, поражало обилием красок и форм. И все это под зажигательную музыку и танцы. Время от времени жаркий пыл участников и зрителей остужали представители колбасной вечеринки. Все красочное такое, очень красиво все организовано, вообще супер. Что в карнавале вам больше всего запомнилось? Ну, парад предприятий, наверное, наших брестских. Впечатление самое наилучшее. Большое спасибо организаторам, что так все красиво организовали. Впечатлений больше всего, супер хорошие. Как вам карнавал? Вообще хорошо. Если честно, первый раз вижу такой карнавал, очень понравился. Каждый участник грандиозного шоу, будь то предприятие или творческий коллектив, подошел к созданию своего номера с фантазией. Все было продумано вплоть до мелочей, начиная от цвета костюмов, заканчивая размером декораций на платформах. Кстати, некоторые из них достигали высоты в 5 метров. По словам участников, месяцы подготовки стоят часа восторженных взглядов, улыбок и аплодисментов сотен восхищенных зрителей. Я сейчас в бразильском костюме, на мне блестки и перья. Как настроение? Настроение супер, очень много людей собралось, намного больше, чем в прошлом году. Первый раз в жизни участвуем в карнавале, очень нравится. Главное, что дети все довольны. Нам здесь очень нравится, и мы очень рады, что мы здесь. Хорошее настроение, праздничное у детей, у нас. Мы рады и довольны, что в нашем городе проходит такой праздник. Карнавальное шествие – это кульминационный момент празднования Дня города. Действо, сравнимое по ощущениям и эмоциям с тысячезалповым салютом, который, однажды выстрелив, не оставляет равнодушных. И, судя по отзывам, второй Брестский карнавал в очередной раз стал самым ярким и запоминающимся событием в череде мероприятий, самым лучшим подарком на день рождения для Бреста и для его жителей. Этот карнавал намного лучше, чем предыдущий, чтобы становиться все лучше и лучше. Наш город становится все красивее и красивее и лучше. Молодцы, что такие делают праздники. Я за город рад. Виктория Драгобецкая, Юрий Киндин, Эдуард Бакунович, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БукТВ.